Я спросил инженера, мастера, наладчика о порядке работы. На что он мне ответил: «Да ты положь колдобину со стороны загоголины и два раза дергани за пимпочку. А после чего долбани блюхалкой по кувыкалке, и кады чвокнет, отскочь, прикинься ветошью и не отсмечивай. Потому как она в это время шмяк, туды, тюды, тьёксель, моксель, ёрш твою медь, и ждёшь, когда кады остынет. Вздыхаешь про себя, чтобы это быдло не рвануло, и бегишь за угол за пол-литрой, понял? Потому как пронесло». Записанный мной за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мной в ЦРУ. 12 недель. Опытнейшие шифровальщики бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «ёрш твою медь».